Всех приветствую со святой горы Афон. У нас сегодня солнышко, а ночью очень холодно в горах, а днем выходит солнце и все сразу отогревается. Чуть-чуть не успели дом закончить, к сожалению. Вот. Но все стройматериалы затащены. Это вот вагонка для потолка. Что нам осталось? Нам осталась штукатурка внешняя. Установить двери, окна. И кафельную плитку положить на пол. Вот, в общем-то, это работа одной недели. Придет мастер, и все закончим. Иконописная мастерская практически готова. Когда это случится, трудно сказать. Я Стелиус позвонил. Вот, он очень удивился. Все вообще удивились, что я так быстро в строй вернулся. Вот, и сказал, что приедет, когда потеплеет, потому что все-таки условия у нас очень аскетичные зимой, даже для такого терминатора, как Стелиус. Вот, туалет на улице, горячей воды сейчас нету, ночью вода вообще замерзает. И плюс к этому у меня забрали дрова сухие. Муларщик забрал дрова себе на растопку, вот там вот они у нас были, и их теперь нету. Потому что никто не верил, что я смогу до Пасхи сюда вернуться. Вот. У меня дрова есть, но они не напилены и сырые. Они, конечно, гореть не будут в печке, поэтому придется немножко потерпеть. Ничего страшного, ни сахарно не расставим. Вот. Что хотел сказать, друзья. Есть радостная новость. Посылочка с сертификатами о вечном упокоении, о вечном поминовении отправлена была в Казахстан. Вот ее в понедельник получили, и во вторник ее отправили в Россию. Чуть-чуть дольше, оказалось, она шла, чем я рассчитывал. Думал, ну, недели, там, 10 дней максимум. Две недели, даже чуть больше, по-моему, она шла. Но главное, что ее получили, заказные посылки не теряются. Вот, отправили также заказной посылкой в Питер. И там моя тетя все эти сертификаты по адресам отправит заказными письмами. Вот, все получите свои сертификаты с иконками, с частицей храма старца Иосифа Сихаста. Вот, всем отправлю трек номера писем, чтобы вы отслеживали, потому что письма надо будет забирать самим на почте. Это заказные письма, их в почтовый ящик не принесут. Надо будет идти на почту и забирать самому. Вот. Если кто-то вдруг трек-номер не получит, напишите мне, исправим. Но старался очень внимательно всем отправить. Надеюсь, что все получат, никто не останется опечаленным. А вот, друзья, еще просьба, помолитесь, пожалуйста, за папу Ефрема. Его уже сейчас, наверное, положили в больницу на операцию. Будут удалять камни из желчного пузыря, как я понял. Как-то лазером какая-то такая технология современная. Вот. Помолитесь, чтобы скорее ему восстановиться и вернуться в сад Божьей Матери. Вот. Всех люблю, всех обнимаю. Благодарю за вашу любовь. Молимся.